хочу сидеть. Развернуть ее задом сюда. Вот он. Пуговки нет, а зачем она нужна? Дар подбежать. Невероятно. На. Привет тебе. Ой, миленький ты мой. Да как же доехали-то? Сверх всякого чаяния. Невероятно. Даже никак не ожидали. Ну-ка, сейчас я дам. Подожди-ка. Вот, подожди. Можешь? Вот это на это нажать. Да где братья-то? Да. У Барнауля? Ага. Спасибо. Вот смотри. Под медицинским веничком, ага. Под медицинским лопушком встречаю тебя свежим березовым соком с липовым медом. Спаси Христос. Держи, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Баня затоплена. Там мед не замешался. Пей. 16 тысяч. Все разбуто. Ой, 16 тысяч километров. 16 тысяч? 24 дня. 24 дня. Не спрашивай, Баренцево море-то видели? Ноги мыли. Плюс 4 было. Мурманск, весь север. Восток прошли, Владивосток. Владивосток – находка. Запад – это Португалия, Лиссабон. Ниже – это Турция и Афины. Все. А вы никогда не задумывались? Мы когда ехали и думали, вот представим, что вот здесь Барнаул. Вон там восток, да? Да. И Игнат Тихонович начал благовестие. Восток во имя отца, потом поехал на запад. И сына, потом побывал на юге. Святаго Духа. И завершил севером, понимаете, крест через всю Россию. Это вообще. Точно. Да. Сразу смотри еще, Александр Сергеевич. А. Свежий веничек березовый. Спаси Христос. Банька топится. Открывай. Да пыль, вон, что здесь сидел. Все, пускай отдыхает. Да. Так, собака здоровая? Здорово, все здоровы, все живы. Ну, жены не атаковали же. Вот представляете, ехали, стоят 40 гаишников. 40. На вот с той стороны, давай-ка сейчас, мы вот сюда зайдем. Вот сюда. Мурманский вот заезжаем, и стоят вот три ряда дороги. И стоят... Отойди. 40 гаишников стоят. 40 гаишников. И мы проезжаем, всех останавливают. Мы проезжаем, нам даже палкой махнули. 40 гаишников повалились. А что они делали там? Всех проверялись подряд. Всех до одного. Три ряда машин. Не тронули, не нет. Они поняли, что едут архиереи. Нет, ничего. Просто закрыл Господь я. Вот как будто нас нету. Мы так проехали, выехали. Вот это я верю. Потом, так у нас было. Брат, едем на Урале, раз, ну, Валерий. И через сплошную перелетел. Ну и. И что? А, через сплошную линию. Ну и штраф ты должен быть 25 тысяч за это дело. Или лишение прав. А мы так выходим с машины, раз. И гаишник подходит. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Он так на нас посмотрел, документ смотрел. Ну, езжайте. Говорю, как? Езжайте, говорит. А мы говорим, а как вас зовут-то? Он сказал, Александр там еще. Ну, мы за вас побольше. Даже встречать я не сделал. Говорит, вы аккуратней. А мы в одном месте ехали, а милиция остановила, и туда потом... А мы к ним с документами стали говорить, кто такие. Это ваххабиты какие-то, наверное. Езжайте. Нет. В одном месте было Тирасполь. Мы въехали
вплотную посеред дороги стоит БТР, закрытый сеткой военной-то. Вы куда? Мы говорим, нам нужно сейчас в Кишинев. Тут военная зона, куда вы? Проверили нас, дают сигнал, не проверяйте, пропускайте их обратно, в объезд мы проехали. Заехали специально, везде ехали, заедем, думаем, вышим, посмотрим, где в библиотеку вы сдавали книги. Заехали в эту библиотеку, книги на полочке стоят, и люди читают. Слава Господи. Еще не этот раз, а когда с прошлого раза вы завозили. Значит, вы посмотрели, когда выезжали, сколько было, и сейчас километраж? Ну, конечно. 16 тысяч. 16 230 километров. Вот так. Ой-ой. Это для меня будет важно. Ну, где-то в пять тюрем книги попали. В школу. Так. А в школу брат Валерий заходит, и когда занесли, Валерий, он говорит, ну, учителя там все. Ну, это детям же тяжело. Он говорит, это не детям, это вам читать и учить детей. Они задумались и взяли. Он говорит, это вам, учителям, читать и давать. Ну, а как реагировали на трехтомник Нового Завета, когда смотрели? Хорошо, а вот есть батюшки откровенные, которые вот, говорит, вот живая проповедь, вот взрываются, заводятся, и он сразу. Одна даже у нас заказала сразу 20 этих комплектов, а у нас не было уже. Не было. Вот даже только через почту. У меня все кончается. Ну, мы ей отдали. А вот заходим к некоторым, вот заходим к батюшке, на второй этаж поднимаемся, он дверь открыл, а матушка выходит. Потом батюшка выходит, мы говорим, мы только говорить начали, что мы с книгами. Он как нас испугался, и вот раз, и вот боятся. А в городские библиотеки заезжаем, они говорят, нам священник сказал благословение. То есть, которых священникам все отравлено. Туда заезжаем, ну прокуратура, ладно, там прокуратура, я говорю, а мы взяли список всех запрещенных писателей, да. Все православных. Брат Сергей, а может он сейчас здесь? Дайте я посмотрю. Угу. Чудо какое. Это да. Вот они, все 88 комплектов развезены по библиотеке. Ага. Все 88. Все у вас получено. Все, да, вот ну, они. Ну а вы наши-то показывали, где наши, что? В Ленинской библиотеке, там, что от Министерства культуры ответ какой. Мы, знаете как, мы даже пришли к одним людям, они для нас открыли музей, для нас, для троих. И нас водили по музею, показывали, рассказывали там, на севере, недалеко от. Зато мы очень сильно проехали Карелию. Но было одно то, что мы, когда поехали туда, негде было остановиться. Дождь как начался, и никуда машины не съедешь. Ни направо, ни налево, ни костра не разожжешь, ничего. Мы попадали такое. И мы на плитке прямо в машине здесь варили. И это было до Мурманска. От Мурманска поехали на Питер. Так же. Потом на Смоленщине опять дожди. И вот оттуда сейчас поехали домой, до Урала, за Урал. Вот, льет. Вот всю ночь я еду за рулем, и всю ночь дождь идет. Льет так страшно. Едем, молимся. А Урал переехал, все, дождя не было. Я Урал больше всего боялся. Там вот площадку-то заезжали, где там. Да, мы. Там разбойники одни. Так я с собакой от них отбивался. А к нам. Ну, никто не подходил. Вот как-то к нам. Нас кормили в монастырях, и вот до того-то хорошо отнеслись, а одному даем, подошли, батюшка такой, руки пухленькие, такой, ну, такой вот щегольной такой, скажем так. И заходим, и он, мы говорим, так и так, книги привезли, вот дарим. Дарите? Да, дарим. А кого книги? Мы говорим, ну вот, книги Игната Тихоновича Лапкина, миссионера и... с Алтая. Он, нет, не надо, мне некогда, я на кладбище поехал. И даже, в чем причина? Мы даже вот, понимаем, вот с такими людьми мы даже не разговаривали. Это на другом уровне все, на другом. Мы даже не разговаривали с ними. А видим, который вот, только начнешь разговаривать, вот там зашел в библиотеке, она, во-первых, у них объединение. С этой женщиной начал разговаривать, там фотографии все есть. И вот она видно, что она загорелась. Вот мы ей рассказываем, стоим, показываем деревню, фотографии у нас, девчонки, как женщины красиво одеваются, как все это. И вот все фотографии покажем, они вот в таком восхищении, вот, так, вот это правда.
А потом я еще возил с собой журнал «Русский дом». И в этой деревне не погас на огне. Ой, как здорово. И этот и журнал показывал этот. Везде его покажу. Благословение патриарха, скажи. Да, там Христианкина, Гурьянова. Да, ну так люди вот зажигались. И так вот как-то вот чувствуют, что как это. Вам это запомнится. А запомнилось то, что вот едешь и чувствуешь, как тебя болит. Вот еду, дождь идет, ничего не видно. А мне кажется, ребята спят, я один ночью еду. И вот кажется, отсюда желтый свет светит. Повернусь, не вижу. Опять вот так раз, он опять светит. Вот мы когда попадали в такое, нельзя было съехать. Мы заправлялись и отъезжали на выходе уже с заправочной станции, последний фонарь. И под него остановились в сторонке. Нет, мы спешили, чтобы сделать хорошо работу и вернуться домой. Ну, Валерий, как за рулем? Всех, ни разу у нас не было противоречий. Мы все вместе. Молились и днем и ночью. Да, все время обсуждали. Утром, ну как, мы спали часа 4-5. То есть, кто поехал из вас, никто не жалел, что поехал? Все приобрели, никто не потерял. Так, я хотел и сразу сказать, все вернулись по полному комплекту вам полагается заработать. Здесь у меня можете взять, каждому я скажу, это в подарок за ваш труд. Ну, я-то не смогу взять его. Ну, не можете, значит, это имейте в виду, ага. Что у вас а всегда в запасе. Да, а то, смотрю, у меня сумка 26 килограмм, а то как раз... Так, жены, вас жена, так не атаковали? Где вы, что вы? Нет, только молились за нас. Где ты? А мы же смс-ку отправляем. А мы, и вот, ну, сколько мы городов проехали, ну, трудно посчитать на пальцах. Вот город, заезжаем, раз, оставим. Угу. 2-3, потом смотрим, противостояние начинается, мы уезжаем, как говорят, гонит вас с этого города, бегите в другой. Это папа Ивдиатаран, а кто благословил, мне одна звонила. Вот, а кто, она не знает, что такое благословил. Там у них в библиотеке, там всякий блуд, колдовство, Гарри Поттер, это все у них нормально. Но если слышать о Боге, пророческое слово, это для них неприемлемо. Почему? А батюшка у них занял позицию, да, все время говорит против. Но солнце светит на вас. Ну, пятна, все, пятна. Разницы никакой, говорить против. А он не знает ничего, не понимает, что этот день для него вечности высветится, единственный день. Последняя возможность может быть покаяния. Ну, знаете, большинство людей воспринимает хорошо. Даже вот желанием вот услышать. А мы говоришь, и похоже на того Романа Сокопьевца. Начинаешь говорить, и не знаешь, о чем. Потом все всплывает в памяти, рассказываешь. И люди, конечно, заинтересованы. А потом рассказываешь, каким ты был, каким ты стал. Так, самое трудное где у вас было? Проезд. Нигде. Нигде не было. Только дороги плохие, это понятно. Ишим. Сразу это... спрошу, когда вы думаете отсюда выезжать? Я утром улетаю. Завтра утром уезжаете? Сейчас ходите в баню, отдохнете, сегодня постный день. С собой вам все дадут, так, со средствами все обошлось нормально. Ну, понятно, все. Говорить не надо. Часто сухоедение у вас было или все-таки готовили? Решетка наша сгодилась, когда копали? Ну, знаете, как тут дожди были, когда вот мы туда поехали, готовили, потом оттуда выезжали. Ну, решетка хорошо, здорово придумали. Да. Ну, постились. Сергей даже, брат, 3 дня постился без воды и пищи был. И слава тебе, вот. Подвижники. Постились. А мы, и когда вот последний раз уезжали, поехали тоже. Так, теперь. Что сказать тем, которые говорили, не ездите, ничего не получится, да на вашей колымаге. Заехали к брату Сергею, он не ожидал. Мы подъезжаем, задом встаем, а уже ночь, темно, в деревне нашли. А мы когда по деревне, знаете, как хорошо, как я нашел? Я нашел по ролику, больше ни почему. Еду, говорю, вот это в ролике, и виду, как машина спускалась, где его завозили, все-все. Ну, а нам говорят, не знаю, мы объехали с той стороны, а никто в деревне не знает. Потом возвращаемся, они говорят, да вон там, вот где вы проехали, как раз вот где я показывал. Там мы спускаемся и смотрим, женщина вышла, в дверях стоит, а свет погашен, видите, все. Она подумала, что приехали рыбаки или кто-то застрял, там яму выкопали. А я так аккуратно проехал, ты туда встал. А мы говорим, мы от Игната Тихоновича. Она как обрадовалась, да вы что, заходите. Георгий,
У него тяжело болен отец у Сергея. Как? Отец сильно заболел. Да я знаю. Говорил. Она четвертая степень. Да, мы, а он хорошо выглядит. Я говорю, вы Георгий. И заходим, брат Сергею. А он ему же никто не сказал. И вот такие глаза не ожидал бы. Вот. Ты на видео снимаешь, нет? Пообщались с ним и ночью же уехали. Час пообщались, поужинали и сразу поехали. Но те, которые не верили, что машина, хулили машину, никуда она и не выйдет. Ну, стартер я новый купил, поставил. Да. Провода новые, свечи поменял новые, ТО делал. Потом загнал ее, поднял там, протянули, все сделали опять. Ну, ребята хорошие, ну, видят. Нормально. Они мне делают, а я им о Боге рассказываю. Они мне еще уседнее, я им еще просижу. Я два часа про Бога рассказывал, они два часа мне машину купили. А потом говорю, а денег-то много надо? Они так задумались, стали. Да нет, вот. И, ну, за такую работу бы они должны были взять, ну, 1500, а они 1000 с копейками. Взяли. Но вы книги-то, которые я давал запасные дарить-то дарили? Мы же брали еще Евангелие, это, да. Маленькое. Все раздарили. А который трехтомник давал дополнительно? Раздарили. Раздарили. Где? Да. Это не, который не в комплект не входит, а отдельно, пробивные. Батюшкам дары. Отдавали таким, которые вот... стоим, приехали вот... А мы же, как Игнатий Тихонович сказал, Мурманск, Смоленск. Вот мы взяли Мурманск, съездили, все сделали, Смоленск. Потом уже от Смоленска все обошли тут вокруг. А третий рейс, чтобы деньги не тратить, мы загрузили полностью и поехали в сторону дома. И по дороге думаем... И деньги не потратим, и бензин не потратим лишний, чтобы не крутиться. И всю работу сделаем благовестие. И мы так и поехали. Ну, посчитал я. Знаете, я подсчитал так, думаю, ну не раньше воскресенья, когда дали знать. А что вы в Омске-то едете-то я. Мы вчера в Омске утром были. Так не было мне сказано-то. Просто мы возвращаемся. Да. А я понял, что только выехали. Не, мы только завершили вот все последнее, выгрузили. Ну, хорошо, последний раз вы были. В контейнер подмели, чисто сдали. В контейнер мы все убрали. Володя говорит, ну мы все прибрали, все. Он говорит, вот эта всю бумага мне нужна. Ее никуда не выкидывать. Мы его собрали всю в угол, он очень благодарен, вам очень благодарен. Ну и мы, то, что у нас все оставалось, мы оставили ему. Он, ну, а из продуктов? Да, из продуктов. Вот такой он, вот еще где-то едем, позвоним, приезжаем, он уже воду нагреет, там картошки, это где ставка была? Картошки пожарит. Первый там, раз то у нас в Ростовской области была, это Калуга. Туда отправляли примерно 3,5 тонны книг. А потом развозили. Дмитрий там, вот этот друг его спрашивал, там, как что, который так... в Германии. Ну. Фамилия у него Булкин. Хлебная какая-то. Помогал. Да. Так, Володя, на этом пока все готово, баня. Надо подкинуть, наверное, еще. Сейчас подкинет еще. Ну все, отпускаем. Спасибо, Христос. Так, это вам с собой так и носите. А потом поверьте, я вам еще дам. Это я сам вязал. Спасибо, Христос. Ага. Куда-то моя фуражка-то делает, где она? А вы там молились где-то? Где-то я делал. Вон она лежит. Она выпала. Мы молились утром и вечером. Машина пусть тенечки постоит. Да. Так, возьми, Володя. Все, да. Все, давайте. Благодарю. Потом, если не торопитесь, я подойду еще. Сюда, тихо.